Военные, вот они здесь. Маски мы не носим, да? Да, была информация, что якобы погибших двое, но, к счастью, она не подтвердилась. Дома находился, взрыв был, я так понял, что это был взрыв первый, когда все сыпалось у меня, штукатурка. Побежал в коридор, кричал жену, ребенка, они уже были в коридоре. Повалил я их на пол, чтобы избежать. И в это время, когда повалил, был второй пролет, получается, вот у меня здесь рядом. И тогда уже конкретно все меня позасыпало. Я не знаю, сколько мы времени лежали, были в шоковом состоянии. Вот. Через время вышел на улицу и увидел такую картину. Напротив дом похоронки там, за ним горело что-то. Я побежал туда, увидел автобус горевший, и машина начинала сгораться. В машине никого не было, в автобусе тоже никого не было. Ну, в данный момент, как я видел. Может, кто-то и был, но не видел. Попытался вторую машину открыть, она начала как бы вроде как шипеть, взрываться. Вот. Люди пострадавшие были, проехала скорая, забрала человека. Пробежал сюда дальше во двор, у меня жена уже была в шоковом состоянии с ребенком. Все коллеги были на рабочих местах, мы, естественно, услышали огромный взрыв. Все испугались, ну, с кабинетом повыскакивали на пол. Когда немножко два, похоже, ну, как я слышала, два взрыва. Ну, я думаю, что за счет того, что здание все-таки у нас еще юзовской постройки, оно очень крепкое, энергетически постояло, поэтому спасло нас вот эти стены, большие стекла. Ну, понятно, видите, что все полетало.